В Люберецкую областную больницу поступило дополнительное медицинское оборудование. Технику закупили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Стационарное отделение номер один, куда тоже приобрели новую аппаратуру, с рабочим визитом посетил глава округа Владимир Волков. Помогает лигировать сосуды при лапароскопическом вмешательстве. В больницу приобрели современный аппарат для многофункциональной электрохирургии, оборудование для терморегуляции пациента во время проведения операции и другую медицинскую технику, необходимую в работе. Мы находимся сейчас в операционном блоке. Здесь представлено оборудование для безопасной стерилизации инструментов. Это ультразвуковая мойка, которая используется для обработки инструментов, в том числе и для сосудистой хирургии. Прежде чем положить туда инструменты и начало работы, проводится режим дегазации обязательно. То есть из воды убираются лишние пузырьки. Потом туда закладка идет инструментов и обычный режим ультразвуковой мойки. После дезинфекции и предстерилизационной обработки инструменты моют, тщательно сушат, затем помещают в плазменный стерилизатор или автоклав. После операционных глава отправился в травматологическое отделение, где продолжается капитальный ремонт помещения, в котором установят рентген-аппарат. Подрядчик обещает до конца года работу завершить. Это дополнительные возможности по лечению, оказанию профессиональной помощи. Это наша больница как раз-таки идет вперед, развивается, появляются новые молодые специалисты. Всего в Люберецкую областную больницу в этом году закупили более 100 единиц оборудования. Это рентген и УЗИ-аппараты, маммографы, ангиограф, эндоскопическая система, операционные столы. Автопарк больницы пополнился еще двумя автомобилями для паллиативной помощи. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.